Добрый вечер, дорогие телезрители и гости нашей студии. Как обычно, в начале недели в эфире лучшая программа для детей и их родителей «Звездный час». Сегодня с нами наш генеральный спонсор – издательство «Слово». Кто не знает, я напомню, что издательство «Слово» – это революционное издательство. Оно начало заниматься тем, чем еще никто у нас не занимался. Оно начало заниматься впрямую образованием детей, но в такой форме, чтобы им это было не в тягость и интересно. И энциклопедия «Что есть что», очередной том, который скоро уже выходит, а последний том «Динозавры» уже вышел, это и есть, так сказать, ее главная задача. Вот этот каталог, который у меня в руках, я сегодня буду вам много и интересно рассказывать об издательстве «Слово». А мы начинаем нашу программу.